Всем привет! Вы на канале Роботоп. Если вы любите активный образ жизни, отдых на природе, поход за грибами или на рыбалку, тогда вам точно пригодится один из этих крутых ножей для выживания. Ссылки на ножи вы найдете в описании. Начинаем! Начнем с отличного небольшого ножа от Gerber. Модель Compact Fixed Blade. Создан специально для сложных условий, когда важно иметь в своем распоряжении надежный нож. В разработке этого ножа участвовал Bear Grylls, хорошо известный специалист по выживанию в дикой природе. Он использовал свой немалый опыт, чтобы создать действительно практичный вариант. Нож не складывается, а его клинок образует с рукояткой единое целое. Такая конструкция делает нож максимально прочным и даже ломовитым, позволяя использовать его для разрубания веток и прочих серьезных работ. Хотя клинок изготовлен из качественной стали, он дополнительно подвергся анодированию. В результате, на поверхности лезвия образовалась нестираемая черная пленка, которая защищает металл и делает его матовым. Ну а кроме того, черное лезвие прекрасно выглядит. Чтобы Gerber Compact удобно ложился в руку, для него сделана резиновая рукоятка удобной формы. Ее поверхность не гладкая за счет объемного геометрического рисунка. Он служит как украшением ножа, так и не дает ему скользить в руках. Чтобы носить с собой нож было удобно, он наделен ножными из пластика с клипсой на ремень. Эту клипсу можно по своему усмотрению зафиксировать в двух положениях. Нож модели Ganza G8012 можно взять с собой в путешествие или тур-поход, и даже в любую экспедицию. Он создан таким образом, чтобы прийти на помощь своему владельцу даже в самые сложные моменты. Основной материал ножа – сталь марки 7CR17. Она содержит большое количество углерода, и может быть закалена до 57 Hz. При этом, коррозийная стойкость сплава без проблем позволяет использовать его в условиях повышенной сырости. Клинок жестко зафиксирован по отношению к рукоятке, что повышает стойкость ножа к нагрузкам. 11,5 см приходится именно на клинок, который имеет прямую заточку. Поверхность лезвия матовая и черная. Помимо того, что этот нож очень стильно выглядит, он вполне может использоваться в тактических целях. Рукоятка изготовлена из пластика ABS. Он относится к группе термопластиков, которые известны прочностью и долговечностью. Рукоятка в данной модели может комбинировать элементы черного цвета с оранжевым, либо зеленым или коричневым. В этих же оттенках выполнен и чехол для ножа. Он сделан из нейлона и пластика, а нож удерживается внутри при помощи застежки-липучки. С обратной стороны чехла встроена компактная металлическая пластина с алмазным напылением, которая является практичной легкой точилкой для ровного участка лезвия. Кроме того, в чехол встроен стропорез, а в специальном гнезде закреплено вынимающееся огниво. В дополнение к этому, рукоятка ножа оканчивается небольшим плоским выступом, выполняющим роль стеклобоя. Имея в своем распоряжении ножик Ganza G8012, можно смело отправляться в любую экспедицию, ведь он поможет достойно выбраться даже из самых экстремальных ситуаций. Следующий нож снова от компании Gerber, которая уже более 70 лет занимается производством таких товаров. Нож Folding Shad входит в серию Bear Grylls, в создании которого принимал участие и британский путешественник-экстремал, ведущий реалити-шоу «Выжить любой ценой».
Отличительной чертой ножа является наличие серии эторного участка на клинке, позволяющего резать плетеные веревки и канаты, а также использованием системы фиксации лезвия Backlock, обладающей самой высокой надежностью, выдерживает усилия на закрывание более 200 кг. Нож имеет лезвие длиной 9 см и полуторную заточку, при которой остро делается не только режущая кромка ножа, но и сквозь обух. Также на лезвии ближе к рукоятке имеется серийный участок. Клинок выполнен в такой форме, что способен одинаково хорошо и рубить, и колоть. Лезвие изготовлено из высокоуглеродистой стали, с высокими показателями прочности и антикоррозийной стойкости, а также хорошо удерживающей заточку. Рукоятка ножа представляет собой две прорезиненные накладки, позволяющие надежно удерживать нож в руке. В комплекте с этой моделью поставляется нейлоновый чехол со специальной петлей на обратной стороне, предназначенной для крепления ножа на пояс или другую экипировку. Enlan EL01VA – это отлично сбалансированный карманный нож, который благодаря отменной надежности, удобности и наличию комбинированной заточки, подходит для решения множества разнообразных задач. Лезвие из прочной нержавеющей стали, удобная рукоять с эргономичными формами, надежная и прочная конструкция – все это главные достоинства этого ножа Enlan, благодаря которым он отлично подходит для работы с самыми разнообразными материалами. Представленный нож является отличным универсальным инструментом, с помощью которого вы сможете как приготовить пищу, так и обустроить лагерь в полевых условиях. Благодаря качественной обработке и закалке, лезвие ножа обладает отличной прочностью и твердостью, а наличие комбинированной заточки делает нож действительно универсальным, позволяя резать материалы с разнообразной структурой. Рукоять состоит из металлических пластин и накладок, что вкупе с замком типа Liner Lock делает конструкцию ножа по-настоящему прочной, позволяя ему выдерживать интенсивные нагрузки. Штатно укомплектована съемной металлической клипсой, с помощью которой вы сможете носить представленный нож с максимальным комфортом, в наиболее удобном для вас месте, не боясь, что нож потеряется. Последний отличный нож, Ganza G7411, получил самые практичные характеристики, которые делают его хорошим туристическим ножом. В первую очередь, этот клинок не ржавеет. Он сделан из стали высокого качества 440S. Эта нержавейка отличается высокой твердостью, что позволяет получить прочную режущую кромку, которая долго остается острой при использовании ножа. Учитывая, что лезвие данной модели гладкое, его будет просто подточить даже в походных условиях, при помощи обыкновенной карманной точилки. Длина лезвия у ножа 89 мм. Для рукоятки инженеры компании Ganza выбрали карбоновый вид пластика с композитной структурой, из переплетенных углеродных нитей и полимерных смол. Этот материал легкий и невосприимчивый к коррозии. В то же время, по прочности он как сталь. На рукоятке Ganza G7411 имеется клипсы из стали, чтобы нож можно было закрепить на ремне. Кроме того, в отверстии на конце рукоятки продет ремешок и свисток, который можно использовать для подачи сигналов в любых экстремальных условиях. И еще одна важная деталь этого крутого ножа – это замок. В данной модели использован Axis, хорошо известный своей надежностью и безопасностью. Хотя открыть его просто даже одной рукой, самостоятельное срабатывание такого механизма полностью исключено.
ссылке, где можно купить эти крутые ножи, я оставил чуть ниже в описании. Если понравилось, жми на лайк. Очень надеюсь на вашу подписку, и спасибо всем, кто досмотрел до конца, до встречи.